Всем привет! Сегодня по просьбе моей подписчицы я готовлю суп с клёцками, который, кстати, очень любят мои дети. Давайте готовить вместе! Сегодня у меня вот такая курочка. Часть ее пойдет на бульон, а часть отправится на второе блюдо. Ну, как я ее буду разделывать, показывать не буду. Уж слишком много у меня нетерпеливых и слабонервных зрителей. Вот так я ее разделала, получился суповой набор. И все остальное. Если вы не варите бульон с косточками, то сварите на грудке или на филе, это уже ваше дело. Я буду варить вот из этих частей, крылья и спинка. Это у меня получился суповой набор. Сложила курицу в кастрюлю, добавила сюда маленькую луковицу, пару лавровых листочков. У меня в морозилке всегда есть ножки грибов и зелень, ножки от укропа и кинзы. Добавила сюда красный острый перчик один, пару душистого перчика горошком и несколько горошин черного перца. Все это сейчас залью водой и буду варить бульон. Как закипит, минут через 10 лавровый лист вытащу, остальное пусть варится все вместе. Если у вас нет чего-то из этих ингредиентов, я имею в виду ножек грибов, или вы не любите, не кладите, просто пропустите этот шаг. Кладите то, что у вас есть. Еще нашла в холодильнике сельдерей черешковый, отправляю его тоже. И все, поставила на огонь, до закипания крышкой не накрываю. После закипания снимаю пенку, убавляю ход и прикрываю крышкой. Вот так. Бульон готов, сейчас я его процежу и продолжу. Теперь я нарежу мелким кубиком морковь. Перец красный, возьму его половинку, и картофель тоже кубиками, покрупнее немного. Морковь я нарежу целую, она у меня небольшая. Если у вас крупная морковь, половинки хватит, чтобы суп не был сладким. В кастрюлю добавила столовую ложку растительного масла рафинированное, и сейчас отправлю сюда морковь. Морковь обжаривается, пока я нарежу перец и картофель. Морковь обжарила 3 минутки, теперь добавляю сюда перец. И буду обжаривать их вместе еще пару минут. Я не люблю в курином супе, когда плавает лук. Мне это напоминает почему-то больницу. И я поэтому в бульоне сварила луковицу небольшую. Этого достаточно для меня. Если вы любите, то можете сюда же и лук нарезать. Если не любите перец болгарский, то можно его вообще не класть. Просто пропустить этот шаг. Спустя 2 минуты отправлю сюда картофель, нарезанный кубиками. И перемешиваю. И заливаю нашим процеженным бульоном. Буду варить до готовности картофеля, а за это время очищу курочку от костей и приготовлю тесто для клёцков. Для теста я взяла 2 яйца, у меня они мелкие. Сливочное масло растопила, примерно 15-20 грамм. Мука мне понадобится, соль и кипяток. Сначала яйца смешаю с солью и с маслом. Потом добавлю муку и кипятком буду доводить до нужной консистенции теста. 2 яйца размешиваю. Добавляю к ним немного соли. Все точные пропорции, как всегда, напишу в описании под видео. Добавляю сюда растопленное сливочное масло. Теперь отправляю сюда муку. Добавила чуть больше половины сначала. Смешаю, чтобы не было комочков. И вторую часть муки отправляю сюда же. Опять перемешиваю. И когда все смешала, добавляю кипяток потихоньку и мешаю при этом, чтобы яйца не сварились. Вот такой консистенции получается тесто на клёцке. Когда картофель сварился, у меня ушло на это минут 20, я отправляю очищенную от костей курочку сюда, к супу.
как только начнет суп опять подкипать, буквально через минуту, буду отправлять сюда наши клёцки. Суп начал подкипать. Вот так. Буквально на кончике чайной ложки, чтобы они не были у нас огромными, как вареники. Вот таким образом буду выкладывать все наши клёцки. Ложку опускаете в воду вместе с каждой клёцкой, тогда у вас не будет тесто прилипать к ложке. После того, как все клёцки выложили в суп, можно теперь его посолить, поперчить по вкусу, добавить специи и зелень. И всё, ваш суп готов, как только клёцки всплыли. Я солю вот такой солью, здесь уже специи, всякие овощи, зелень сушёная. Вы можете солить обычной солью. Отправляю сюда же зелень, у меня укроп, петрушка, кинза. Варю полминутки, накрываю крышкой, даю настояться. И все, суп готов. Из данного количества ингредиентов у меня получилось примерно 4 литра супа. Но, как вы понимаете, густота супа, от густоты супа зависит его количество. Как вам нравится, больше вы любите жижи или больше густоты, это уже выбирать вам. Суп получился очень наваристый, ароматный. Вот они, клёцки все наши, посмотрите, какие они. Вот. И очень симпатичный супчик. Сейчас попробую и скажу. Бульон очень вкусный. Горячий ещё. Клёцки получились очень нежные-нежные, такие прям с очень нежным вкусом. В общем, попробуйте, вам понравится. Ну а я хочу сказать всем, кто подписался, большое спасибо за подписку. Кто не подписался, подписывайтесь, пишите комментарии, не забывайте ставить лайки. А я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.